Сейчас очень-очень раннее утро. Я собираюсь уезжать в командировку, поэтому хотела для вас быстро снять ролик по очередному чудо-новинке, сорту, сорт Вон. Я не спорю, может быть, он у кого-то где-то и хороший. Хотелось бы в начале видео сразу вам попросить, давайте обсуждать конструктивно. Если вы не согласны с моим мнением, выражайте, пожалуйста, конструктивно, без перехода в хамство. Хамов я буду безжалостно банить и вообще без разбора. Так что, если вы хотите получать от меня быструю оперативную обратную связь, ответы на интересующие вопросы, давайте будем взаимовежливы. Потому что, если вы заметили, я никогда в комментариях не сваливаюсь в какие-то ругательства и хамства, даже если мне что-то не устраивает. Так вот, возвращаемся к Вону. 2 года подряд я покупаю этот сорт. Высаживаю. Он практически не развивается. Все начинается с 10 кустов, как всегда. То есть не так, как в последние годы я беру по 3, а это я взяла 10 на целый ряд. Где-то половина выпала в первый год. То есть просто не было развития. Вышли побеги замещения сантиметров по 20-30, полудохлые, и так они и остались. Осенью я его достала, и там просто вот прям такой целый корневой ком. Как вот он сидел в горшке, так он и остался. То есть корень практически из него не вышел. Если вышел, то, наверное, сразу пропал. Думаю, ну, надо же как-то, может быть, что-то как-то, какая-то там саженцы, не саженцы. Докупаю я еще в прошлом году. И в этом тоже. Высаживаю выпады, ремонтирую. Опять то же самое, то есть часть кустов пропадает, развития нет, тщедушные побеги замещения, так вот вообще побегов замещения нет, как минимум до середины июня. Очень слабый рост, очень тоненькие побежечки такие. Короче, обнять и плакать. Кстати, я хочу сказать, что у моей сестры, которую мы вместе брали, у нее та же самая ситуация, он немножко лучше, чем у меня. Чуть-чуть. Но я это отношу к тому, что там была целина. То есть они, у них посадки по целине. Он немного лучше, но тоже очень слабый. Ягода мелкая. Сорт, короче, на удаление. Сейчас быстренько покажу. Вот здесь вот рядок Вона. Вот табличка Вон. Ну, по факту осталось 3 куста. Остальные померли. Кусты трехлетки, то есть те, которые высадила в первый год. Вот это вот у них 3-я вегетация. Ну, печальная печаль. Вот здесь опять побега замещения нет. Такие мизерные, просто малюпусенькие ягодочки. Масюпусенькие побеги. Все такое очень печальное. Ягоду, кстати, я до сих пор еще не пробовала. Потому что в прошлом году была настолько, и вот такая же, вот такая, она была очень сухая и горькая. Ну, как бы никто так и не трогал, они так и пропали на кусту. Дальше тут были, естественно, кусты их нет. Вот более-менее самые, как говорится, лучшие кусты. Тут даже ягода есть, сейчас мы ее будем пробовать. Вот такой вот побег замещения, наверное, 1,5 метра максимум. Достаточно тоненький. Мелкая ягода, но она еще хорошо сидит. Ну, очень мелкая, как мелкие лохты. Сладкая, что хочу сказать, сладкая, несмотря на то, что она явно недозрелая. Прямо, даже я бы сказала, не просто сладкая, она вкусная. То есть не просто сладость, а вот есть вкус. Но плодушки вроде бы, да, многоядерные. Есть, наверное, возможно, какая-то перспектива у сорта. Вот эти вот товарищи разного цвета у меня полно. Они такие наглые, ничего не боятся. Вот, погибает побег. Толщина тоже смешная, конечно, побега. Опять здесь пропуски, выпады. Вот второй трехлетний куст. Ну, тоже так. Все это побег такой тоненький. Не скажешь, что это трехлетка. Прямо вот обнять и плакать, реально. У меня там начес на 2 кустах дал такие побеги замещения. После того, как я видео сняла. Наверное, испугался, что я буду корчевать. А это прям печаль. Ну да, ягода сладкая.
Видно, что в плодушках ягоды много. И в перспективе сорт, наверное, достаточно урожайный. Но думаю, что ягода все равно будет не крупная у него. Даже в хороших условиях. А вот я хотела вам показать. Это то, что осталось. Вот вон. Вон. Сорт. Вот она. Сейчас мы его попробуем выдернуть. Это то, что я садила это, в этот год. То, что не вышло. Ну вот. Видите, в общем-то, та же самая ситуация. По форме горшка корни так и остались. Никуда не пошли дальше. И так у меня происходит уже 2 года подряд. То есть этот сорт у меня вообще не приживается. Ну и тут тоже, тут был еще, а вот еще, кстати, так. Вот то же самое. Вот видите? Вон. Ну, тут я не вытащу. Тут капля. Это уже осенью буду убирать это все. Как-то так. Короче, печалька. Целый ряд гуляет третий год. По сути, 3 года. Этот ряд у меня не работает. Друзья, ну, я вам показала свою ситуацию. Напоминаю, что у меня очень высокое засоление воды и почвы. Колодец у меня EC4, pH где-то к 9, 8,8. Вода в реке поливная, основная, которую мы поливаем, 7,4 pH. EC было 2,2 до 3, иногда доходит. Так что, понимаете, условия у меня очень-очень жесткие. Возможно, у вас этот сорт будет себя вести совершенно по-другому. Так что пробуйте. Но мне он не подошел. Все, пока-пока. Я уехала. 3 дня от меня не ждите обзоров.